Как стало известно, с 1 сентября этого года во всех педагогических колледжах Тверской области будут набирать студентов-целевиков. Студенты будут получать специальные стипендии и повышенные выплаты. А после окончания учебного заведения будут обязаны поработать в школах и детских садах Тверской области. К слову, система целевой подготовки кадров уже зарекомендовала себя в отрасли здравоохранения. За 5 лет к работе в медицинских учреждениях Верхневолжья приступили 324 специалиста, завершивших обучение в Тверском государственном медицинском университете по целевому договору с региональным министерством здравоохранения. В том числе 67 человек трудоустроились в прошлом году. Сейчас в медуниверситете по программам специалитета обучается 692 студента-целевика, по программам ординатуры – 137 человек. В этом учебном году в медицинские колледжи по целевым договорам поступило 226 студентов.